Из Сирии на родину, в Россию, сегодня вернулся батальон военной полиции Южного округа. Почти 400 бойцов 58-й армии уже прибыли к месту постоянной дислокации в Чеченскую республику. В Ханкале их приветствовали торжественно, с оркестром. На церемонию пришли сослуживцы, друзья и, конечно, самые близкие. И вот момент, которого и военные, и их семьи дома ждали несколько месяцев. Командировка завершена, боевые задачи выполнены на все 100%, все вернулись невредимыми. Переживали тревожные ночи, конечно, волнение. Но после звонка, конечно, становилось уже легче. Мы знали, что наши дети в надежных руках. Их оберегают, с ними хорошие офицеры. Обстановка уже стабильная, в принципе, мирная жизнь возвращается. Люди нас встречают положительно. На гуманитарных акциях, когда доставляли пакеты с продуктами, очень благодарили нас. Становись, равняйся, смирно. Батальон 58-й армии находился в Сирии с августа. Военные и полицейские занимались охраной важнейших объектов нашей группировки войск в Сирии, обеспечивали безопасность местных жителей, освобожденных от боевиков в населенных пунктах. Бойцы также защищали специалистов Центра по примирению. Но не только. Другая важная задача – сопровождение колонн с гуманитарной помощью. За успешное выполнение миссии сегодня бойцов наградили медалями.